ребята на Фиолент приезжают с палатками, живут тут. А мы уезжаем, прошло 3 дня. Все. У нас сегодня вечером учеба у мальчишек, поэтому надо уезжать. Очень не хотелось, конечно, но ничего не поделаешь. Хорошо, что мы с пересадкой. Постоянно сидеть в автобусе не хотелось. Короче говоря, да. Уезжаем. Ну все, сейчас мы поплывем. Потом поедем. А почему палата? Ну, как зеленью домики. Далеко, конечно, до Мишаньки добираться от нас. Вот мы на одном автобусе с Фиолента приехали. Севастополь на 5-й километр, теперь на другом автобусе. Вот сейчас поплывем. Это... Едем мы по Ленина. Центральная улица Севастополя. Ой, вот Катерина стоит. Ну и все, сейчас мы приехали. Мальчишки, мы сейчас выходим. Там города-герои. Когда-то фотографировались мы там с Егоркой. Вечный огонь, он какие шагают. Нам некогда, говорит Егор, экскурсии по морю. Вон они шагают. Видите, какие. Егорка, посмотрите, как ребята ходят. Вот они там стоят в почетном карауле. Смотри, как ходят. Молодцы какие. Девочки и мальчики.
Ой, как тут к праздникам опять понасобирались. МЧС. ДПС. Все тут кому. Вот площадь Нахимова. Какие красавцы-то. Я в полном параде. Покататься, экскурсия по городу, по Крыму. Мы сейчас на северную сторону покатаемся. Спасибо. На северную сторону это одно. А это... Да, конечно. Господи, все бы хорошо в Севастополе. Ну как они, как они, вот эти навязчивые, конечно, с экскурсиями до такой степени. Уже прям хочется, вот честно говоря, послать. Вон какие ребята, молодцы. Ну вот это завтра. Вот опять строят, опять сцену строят, что ли, господи. Опять сцену. Так, а что вы куда пошли-то, ребята? Угу. Графская пристань. Вот ты. Видали, какие номера-то черные? Нью-Йорк, Моторс, Москва. А кто у нас черные номера? Девчонки, кто знает, напишите. Сейчас купим билеты. Так, и Русь. Сейчас. 20 рублей. 20 рублей мне. Ну, посмотри. Сейчас мы поплывем. Что-то люди все торопятся, наверное. Да, вы, Рома, знают, да, что идет. Отходят. Что, пойдем на улицу? Пойдем на улицу. Пошли. Ладно, все, хорошо. Идет это Карл? Карл звонит. Нет, там смотри, там у нас да, местный шарик. Красота, да, Ира? А, мало в каких городах есть такие автобусы. Водные. Объезжать вот на машине объезжать. Метров 30 с лишним получается на эту северную сторону. Тут раз, да и все. Это такие вот катера, это исключительно, ну, для людей, как автобусы. А большие ходят. Вот мы раньше с Алинкой переезжали на ту сторону на машине. Туда прям машины загоняются. Скорая помощь.
ехала вот с нами. Потому что быстрее так доплыть. А парусник-то ушел. 3 дня назад-то мы приплывали, стоял огромный. Куда-то ушел. Ну все, до свидания, Севастополь. Мои путешественники стоят. Там Малахов курган, где мы вчера были. Немножко так возвышается. Не такой он и высокий на самом деле. Этот, если в заливчик войти, то в Анкерман приедешь, где винные заводы. Ну и все, мы практически уже. На солнышке пригрело. Что 3 дня в Севастополе тоже хорошо. Ну и все, и мы на северной стороне. Пока выйдет столько людей. Серьезный Валерий Леонидович стоит. Вот, а это вот паромы, на которые машины заезжают. Тоже туда же в центр едут. Но только они не на Графскую пристань, а чуть подальше. Так что да, тут прям движуха. Туда-сюда, туда-сюда плавают. Оп-па.
Опа. Все. Так что вот так вот люди передвигаются. Не только на автобусах. Надо же так было руку сломать. Господи. А тут вот пассажиры, которым на другую сторону в центр надо. Да. Пока, Севастополь, надо сказать. Не, не хотите больше сюда приехать? Я хочу. Ну вот, я и говорю. Вот. Мы прям сразу с корабля в автобус. Сейчас до Евпатории, а там потом уже до Черноморска будем добираться. Что, мои дорогие, заканчивается наша эпопея севастопольская. Мы уже доехали до Евпатории, пересели на черноморский автобус и едем домой. Всех, мои хорошие, с праздниками. Всем здоровья, удачи, весеннего настроения. Я вас всех люблю. Ну и пока-пока, мои дорогие.